Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня нет у меня аудиокниги. Я говорю о себе. Я сам как аудиокнига. Говорю о себе простые вещи. О том, что вообще происходит в моей жизни. О том, как эта жизнь влияет на меня. Вот, например, ролик. Я вот не могу восстановиться снимать. Я вначале думал, все, надо тупо завязать, тупо прекратить снимать, короче. Потом такой думал. Надо поставить конкретную дату. Потом обратно думаю. Ну как поставить дату? Если, например, я поставлю дату там, например, Новый год. А потом я захочу заснять Новый год. Куплю там бутылку шампанского, на меня нападет чувство восторга. Я знаю, что я сам себе тогда совру. Чтобы сам себе не соврать, дату я, конечно же, не ставлю. Но есть у меня определенная дата, что касается вот, постричь волосы, поменять имидж. Я думаю, это будет первый толчок того, что уже что-то поменяется. И плюс, если я найду работу, то у меня уже не будет столько времени снимать, столько роликов и выкладывать. Это уже будет, как говорится, удовольствие для богатых. Ведь на самом деле снимать себя целый день – это удовольствие для богатых. Пока у меня есть возможность. Я снимаю. Вот. Завтра будет наш день машиностроителя. У меня получается 16 лет стажа. Я могу себя чувствовать 100% машиностроителем легко. Я и так являюсь 100% машиностроителем. Никакую другую работу так не понимаю, как машиностроение. У меня такое ощущение, что за эти 16 лет я предписал, что он мне жесткой тянет. Да? Я в следующем ролике расскажу про мои планы на день машиностроителя, как я его хочу сделать. Это вообще супер. Счастья, удачи, любви, успехов. Подписывайтесь на мой канал, смотрите. До скорых встреч.